Больше 5 миллионов тенге выделили дошкольным учреждениям Петропавловска на усиление мер по профилактике коронавируса. Во всех детсадах произведены запасы дезинфицирующих, моющих средств, антисептиков и все необходимое. Для родителей введен масочный режим. Каждое утро медсестра осматривает и измеряет температуру воспитанников и персонала. Тем, у кого обнаруживают признаки ОРВИ, отправляют домой. Дошколят обучают технике мытья рук. Дезинфекция в организациях проводится в течение всего дня. Сейчас посещаемость в садах областного центра составляет около 60%. Проводилась дважды влажная уборка. Сейчас она проводится более 3 раз, 3 и 4 раза. Увеличена кратность проветривания и кратность кварцевания всех помещений. Все дошкольные организации, 57, работают в штатном режиме. Ежедневно мы мониторим посещаемость.